И, как вы можете видеть, Сбербанк у меня скачался без каких-либо проблем и всего лишь в один клик. Сегодня я скажу, как скачать Сбербанк и другие царские приложения всего лишь в один клик. Будь это царский ВК с оффлайн-режимом или Lazy Tool с загрузкой аудиозаписи из ВК. Итак, поехали. Для начала нужно перейти на этот сайт. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии по данному видео. Нажать кнопку «Регистрация», ввести свою почту. После регистрации мы попадаем в личный кабинет этого сайта. И, как видите, у меня подписка не оплачена. Да, это сервис не бесплатный. Вы можете наблюдать здесь количество приложений, которые здесь есть. И также наш Сбербанк онлайн. Для того, чтобы скачать его, вы должны оплатить подписку. Давайте вместе с вами оплачу подписку. Ну что ж, дорогие друзья, я успешно оплатил подписку. Как видите, ко всем приложениям появились кнопки «Установить» и к нашему Сбербанк онлайн. Давайте я удалю Сбербанк с рабочего стола. Удалить приложение. Удалить. И заново его установим. Все в один клик. И как видите, Сбербанк скачался у меня без каких-либо проблем, всего лишь в один клик.